«Играем для города, играем за регион». Акция под таким названием прошла на недавнем матче текстильщика. Цель – подчеркнуть значимость футбола для нашего региона. Не только для спортсменов, но и для зрителей. Ведь в нашем городе посещаемость матчей одна из самых высоких во втором дивизионе. В рамках социальной акции на трибуны бесплатно были приглашены воспитанники детского дома «Звездный» и школы-интерната имени Стасовой. А в перерыве матча состоялась двусторонняя игра между футболистами детской спортшколы. Ну и, конечно, не обошлось без сюрпризов. Женской сборной Иваново глава города вручил новенький комплект мячей для будущих побед. Мы сегодня очень признательны, что пришло много детишек, много девчонок, мальчишек. И мы приняли решение, попечительский совет сегодня, как раз поддержать молодежную женскую нашу команду, которая как раз сегодня является лицом нашего города. А так как город Иваново – это город невест, поэтому, конечно, это наше, мы за это переживаем, мы за это болеем. Поэтому мы подарили 10 хороших мячей и надеемся, все 10 влетят в ворота соперников.